Алло. Да. Да, Андрей, вам комфортно уже вести диалог? Что? Вам комфортно вести уже диалог? За рулем встречу? А с кем говорю? Технический отдел Сбербанка беспокоит младший специалист Кудрявцев Олег. Ну, слушаю вас. Уточните, вы совершали перерегистрацию вашего Сбербанка онлайн и финансовый номер телефона окончанием 2233? Не, не совершал. Не совершали. Дело в том, что после перерегистрации личного кабинета была подана заявка на потребительский кредит. Я так понимаю, это также не ваше действие. Не подавал. Не ваше действие. Я вас проинформирую, как это могло произойти. Дело в том, что в вашем мобильном банке есть такая информация, как серия и номер вашего паспорта, адрес регистрации и контактный номер телефона. Эта информация достаточно, чтобы оформить на вас данный кредит без вашего ведома. Это понятно? Нет, я вас проинформирую, как это могло произойти. В вашем мобильном банке есть такая информация, как серия и номер вашего паспорта, адрес регистрации и контактный номер телефона. Этой информации достаточно, чтобы оформить кредитование без вашего ведома. Это понятно? Ну, на самом деле, не очень понятно, как у вас работает служба безопасности, если такое возможно. Мы с вами связались с техническим отделом, служба безопасности, это наша система, она подает нам заявление. И на данный момент технический отдел банк одобряет. Технический отдел занимается заявлениями по неправомерным действиям, которые выдает наша система безопасности. Да что-то вас вообще не слышно. Алло. Алло. Так лучше подскажите, Андрей. Попадайте, что вам? Был плохой. Проблемы со связью, скорее всего. Да-да. Не знаю, у меня все хорошо. Вот только с вами проблемы почему. Так, ну хорошо, и дальше что? Так, вы кредитование не подтвердили, также перерегистрацию вашего личного кабинета вы не совершали, правильно? Конечно, не совершал. Я вас попрошу уточнить, карты находятся при вас, они не утеряны, не украдены, в доступе третьих лиц не имеются. Вы сейчас про какие карты говорите? Про карту Сбербанка. О, так у меня нет карты Сбербанка. Я изображаю, что вы активно пользуетесь картами от нашего банка. Это неверная информация? Это откуда у вас такая информация? Имеется банковский реестр. Вы подавали заявление на выдачу карты, и ваше, оно было рассмотрено, вам была выдана карта. Вы когда? Вашими картами активно пользуетесь. Когда? Что, когда? Когда это происходило? Андрей, вы пользуетесь картами нашего банка, или даже нет? Я сказал вам, нет. То есть я блокирую данные карты, проверяюсь на перевыпуск без права на восстановление, верно? Да, конечно. Хорошо. До свидания. Блокируйте.